Жирандоль является одним из украшений карамзинской комнаты музея Дом Языковых и представляет собой особый вид светильника. В переводе с французского означает «огненное колесо». Данный экспонат датируется концом 18-го, началом 19 века. При его создании французские мастера использовали мрамор, бронзу, позолоту, а подвески сделаны из подлинного горного хрусталя. Именно они обеспечивали неповторимую игру света в парадных залах того времени. По сути, данный осветительный прибор чем-то напоминает канделябр. Правда, есть некоторые отличия. Жирандоли представляли собой сложные композиции, как правило, украшенные хрустальными подвесками или другими скульптурными деталями.